Всем доброго времени суток, с вами канал Art Mania, и сегодня мы с вами будем готовить ежики. Для этого нам понадобится фарш 1 кг и сваренный рис 300 грамм. Но сначала мы с вами в фарш добавим специю. Вот такая у меня специя, это специя для мяса, очень ароматная, вкусная. Добавляем ее где-то чайную ложку. Чуть поменьше. И сразу ставлю рис. Такой у меня уже сваренный рис. Так, здесь мы все перемешиваем. Здесь также вы по вкусу добавляете соль. Теперь мы с вами добавляем рис. Здесь у меня риса немножко сварено побольше. Так, ну вот, смотрите, у нас получилась такая масса. Здесь вполне достаточно риса. Слишком уж много его тоже не надо. Также вы можете сюда добавить яичко, лучок. Ну, что вы обычно добавляете в котлетки, там, когда делаете. Может быть, какие-то специи еще там свои, какие-то секретики. Но я всегда готовлю так, это самый простой способ. Меня он устраивает. Так, и сейчас мы с вами будем лепить ежики. Достаем противень. И я лично буду их запекать в духовке. Я всегда все запекаю в духовке, я никогда ничего не жарю. Вот, это проще всего, быстрее всего. И вкуснее. Так, взяли мы с вами противень. И теперь лепим ежики. Берем чистыми руками. И вот так вот, вот лепим. Желательно, чтобы они были у вас одного размера. Ну, потом можно будет всегда добавить. Вот у нас остается совсем немножко. Его можно распределить по всем ежикам, например. Или можно сделать отдельный ежик. Наверное, я сделаю отдельный ежик тут посередине. Так, ну вот, смотрите, получились такие ежики у нас с вами. И теперь мы добавляем чуть-чуть водички. Не масло подсолнечное, а именно водички. Чуть-чуть совсем. Чтобы она распределилась везде. Вот. И отправляем в духовку. Ну, каждый знает свою духовку. Я не буду говорить точно, на какую. У каждого своя духовка. Вы примерно знаете 180-200. Я, скорее всего, наверное, на 200, минут на 60, а там будет видно. И потом я покажу конечный результат. Так, ну вот и прошли наши 60 минут. Запеклись наши ежики. Посмотрите, какие они красивые. Тут вот я уже один вот с серединки взяла. Вот он, посмотрите. Самый, кстати, маленький. Он запекся. Очень красивый и очень вкусный. Сейчас мы его с вами попробуем. Посмотрите, как он ломается хорошо, какой он нежненький.
Прямо смотрите, нежный-нежный. Вот поэтому я люблю ежики. Я никогда не делаю котлеты. Я делаю только ежики. Вот. Смотрите. И риса, и фарша одинаково. Ну, фарша немножко побольше. Обалденные. Они нежные. Прям нежнейшие. Ароматные. Прям аромат мяса. Очень вкусно. Мясо, кстати, фарш я покупаю. У нас очень хорошо делают фарш. Очень вкусный. Он очень ароматный. Покупаю всегда в одном месте. Вот очень вкусный. Просто безумный. Он прям мягкий. Он прям вот просто рассыпается. Смотрите. Смотрите, какой он ароматный. Еще немножечко горяченький. Очень-очень вкусный. Советую, приготовьте обязательно. Не пожалеете. Вот, готовьте вместе со мной. Мне будет очень приятно. Также пишите комментарии внизу. Как вам понравилось, не понравилось. Может быть, что-то не хватает. Может быть, вы что-то еще добавляете. Параллельно специй. Вот. Также с вами был канал Art Mania. Подписывайтесь. Обязательно ставьте лайки. Смотрите мои другие ролики, как я засаливала сало, например. Как я делала селедку. Обязательно посмотрите. Мне будет очень приятно. Также там много-много-много других рецептов. Также у нас есть влоги, как мы с сыночком живем. Отдыхаем, гуляем, путешествуем. Путешествуем с мужем вдвоем. Посещаем разные города, обязательно посмотрите. Также обзоры на технику, обзоры на продукты, продукты из фикс-прайса. Вот. Все это есть в плейлистах, все подробно написано, понятно. И всем пока-пока. С вами был канал Art Mania.